Привет, друзья! Мы второй день в Чико. Это Бидвелл Мэншн, то есть поместье основателя, дом основателя этого города Джона Бидвелла. Тут актеры одеты как хозяева дома. Вот он, Бидвелл Джон, его жена. И они в жизни, в реале были такого роста. Мебель того времени, и вот американский флаг в качестве занавесок так и висел, оказывается, у них дома. Здесь проводились приемы, хотя здесь не очень-то и большая гостиная. Я так поняла, это их дочь. И в гостях здесь бывали даже президент Рутерфорд Хайс и генерал Шерман знаменитый. Это коллекция, которую он собрал. Сиц. Вот их портреты. Он был генералом, который сражался в разных войнах. А вот видишь там плейграунд, да? Привет, друзья! Мы приехали в Эшленд, и тут такая красота. Эшленд — это уже город в Орегоне, окруженный холмами. Здесь Шекспировский фестиваль проходит каждый год. То есть ставятся пьесы, и очень много туристов приезжает. Да какие красивые цвета! Посмотрите, какая красота! Ой, какая прелесть! Красота. Очень красиво. Очень красиво. Утки едят прям из рук людей. Вон, видите, утка прям забралась на эту штучку. Как красиво. Ой, прелесть. Какая прелесть, а? Так красиво этот город, окружен холмами. Какие-то сады. Солнечные панели стоят возле музея. Вот так сейчас много очень в Америке солнечных панелей. Идем в музей Science. Науки. Так обычно называются музеи для детей, и для, ну, для всех, в принципе. Но особенно для школьников показывать всякие на практике какие-то научные вещи. Это для каких-то палатка такая в виде, как эти называются, домики ледяные. О, скелет встречает нас. Скорее всего, из-за Хэллоуина его здесь устанавливали. This is how a rocket works. Look at this. Конечно, в каждом городе в американском вот такие музеи для детей, чтобы им полностью показывать. Смотрите, куча лего. Они здесь могут целый день проводить. Вот нам сказали, вы можете уходить на ланч, на обед и возвращаться. Покупаешь билетик, а у детей membership.
Нам стоило сегодня всего $3 на человека. Да не играют во всякие игры вот такие. Вот классная штучка. Магнитиком берешь, делаешь ему бороду или волосы. Магнитик соберем. А? But you can create here portrait of the person. Вот он лысенький, ему надо волосы собрать. А? Чё? Сейчас подожди, I'm doing here. Look at this, it's fun. О, усики. Прикольные усики я сделала. Сейчас я сделаю вот эту девочку. Не очень-то это и легко, честно говоря. В смысле, надо терпеливо долго собирать эти волосы сюда. Ну, детям интересно, как работает магнитик. Вы видите на этой картинке одно или два? Вы видите на этой картинке? Кота или мышь? О, тут astronomy, бать. Cool. Oh, look at that. Вот фильм показывает. Все время такие еще залы образовательные. Reveal unseen structures in the cosmos. Come here. First satellite launched by the United States. Первый полет ракеты американской. Это сломалась какая-то. Это было в 58 году. Классный музей, столько всего тут для детской. Это в образовании, воображении. Внутри калейдоскопа. Вот моя любимая игрушка калейдоскоп здесь в огромном размере. Это называется музеем, а на самом деле это прекрасное место для игр детям. Все что угодно для развития. Вот так американцы заботятся. Вот видишь, black thing disappearing, как будто она просто такая. Помните? Кривые зеркала. Вот смотрите, один человек наверху выглядит больше, правильно, большим? На самом деле это оптический обман. Вот смотрите. Одинакового размера они. Кого вы видите? Двух людей, сидящих в кафе, или скау, этот череп. Я увидела людей, сидящих в кафе, а мой сын увидел череп.